Вот Надежда Васильевна сегодня дежурит там, где роженица, первый ребенок, и там нужно. Вот утро, мы позавтракали уже. Вот вышел, братья со снегом расправляются. О, вот это да. Я пройду, меня не закидаете тут. Вот тут сколько зимой было, а сейчас уже меньше. А там машина стоит. Ой-ой-ой, подожди-ка. Ой-ой-ой. Сейчас я оттуда зайду, чтобы показать, как тут что делается. Вот оно как. О! Перед окном огромная куча была. Вот я по территории разбрасывает Никита с Володей. Сегодня 31 марта. Батюшка вчера звонил 30-го и говорит, видел скворцов. Носить не надо, бросай, она растает. Просто раскидайте ей все, сколько можно. Сегодня ветер, это холодновато. А ночью, говорит, будто дождик шел. Видишь, как вот в деревне хорошо, подвижно. Работает человек. Ну, ветер, видно, вот как ветки колышутся. Ну, а тут еще метра на 2,5 куча лежит снегу. Но я вчера тут разбрасывал. Вон наша елка какая. Там видно, что колышется. Деревья. Ветер довольно сильный. Вот вчера вечером пришли ребята, тоже пошли. И тоже пораскидывали, видно. Вот тут куча как бы осталась. Она доставала до крыши. Миша, необыкновенно. Даже необыкновенно снежная зима была. А тут все застыло. Вот под ногами иду. И лед тут споткнуться можно. Тут вчера я тоже ковырялся. Ну, сколько мог. Но главное, вот эту работу раскидали братья. Сегодня пятница. Так что к воскресенью это может быть тут подтает маленько. Вот я подошел на улицу заглянуть. Что-то тут наклонилось или что? Ой, кто пришел? Ой, кто пришел? Вот они, пришли мои хорошие собачки. Ну пойдем, я вам дам, пап. Пошли. Ой, пошли скорее, пошли. Где вы были-то так? Холодно? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну-ка давай. Вот он подбежал. Помочить нашу елочку надо. Я сейчас их покормлю и опять выйду. Ой, тут очень скользко, будьте осторожны. Снег и лед. Вот он пошел где, проверять все. Ну-ка, давайте. Давайте. Я взял собачек покормить. А то их не было 2 дня. Как они питаются. Ой, там голуби услышали, что я иду. За мной они ходят тут. О! Вот я принес тут что-то. Ну-ка давай. Пойдем отсюда. А то тут на нас кидают. Подожди меня, не ударь. Я сейчас пройду. Вон там голуби у меня. Голуби хорошие, голуби. Вот они услышали мой голос со всех сторон тут. О, налетело сколько дикарей. Ну-ка, давайте, поедите. О, ты что за голубями гоняешься-то, а? За голубями-то что гоняешься? Иди сюда, ешьте. Я вам сейчас дам. Ой, подождите. Вот оно где. Ну, мясо. Ой, пошел. Ну, давайте, ешьте. Ешьте. Ой, как холодно, руки замерзли тут снимать. Вот они голуби, вот они прилетели, и тут их собаки напугали. Вон они где, разлетелись где. Ну-ка,
Ну-ка, голуби мои, голуби. Сейчас я вам семечек дам. Гули, 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 гули. Давайте, гули, 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 гули. Давайте. Давайте, давайте. Вот они какие. Мои гуленьки, садите. Да, собачек-то не бойтесь. Давайте. Гули, 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 гули. Вот они, мои гуленьки, собрались. А моих-то белых тут и нету. Давайте. Вот они где. Идите скорее, ешьте. Вот они во дворе у нас тут. Гули, гули, гули. Всего-то 5 штук. А остальные там наверху. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Гули, гули, гули. Какая-то залезла где-то в мазут он-то. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ветер сильный. Вот они мои гуленьки, да хорошие гуленьки. А собачки они вас не тронут, они едят. Гули, гули, гули. Вот они, я им кидаю семечки. А это тут есть. Вот оно какое дело-то. Все. А тот отошел, потому что это его сын, он его обижает. Он отвернулся, чтобы не отобрал. Да хорошие собачки, да они любят есть мясо. Все, пойду. Домой пойду. Ладно, за мной не бегайте. Вон, видишь, что Никита долбит. Застывшая. Ой-ой-ой. Так это температура-то не плюсовая. Прям руки замерзли. Ты сломаешь лопату так, Володя? Этой лопаты бы не надо брать. Она мягкая. Ну смотри. Интересно, в последние годы вот у нас скворечники есть, а скворцов нету, потому что тут кошек много. Да где еще найдешь-то? Вот она. У меня несколько скворечников, а в саду, где отец был, вот, пришел. А что ты не идешь? Вот видите, вот за мной собака идет, а почему? Тот большой не дает есть. Вот пойдем мы сейчас. Пойдем. Ну-ка, подожди. Надо дать ему маленько. Подожди маленечко, подожди. Подожди маленько. Подожди. Иди сюда. Подожди. Ну. Иди сюда, ко мне. Я ему брошу маленько, подожди. Иди скорее, ко мне. Иди, он не дает ему есть. На, ешь. Иди скорее, вот. О, на, бери, ешь. Давай. Вот вернулся домой, пошел, и вернуться пришлось. Вот так порядок наводить надо. А этот один здоровый, он отец его. О, что-то застряло во рту его. Это мясо нарубленное. Качели у нас здесь. Ешь давай, ешь. Ешь давай, ешь. Да он молодец такой, ест. Ну, ну что такое? Ты испугался, что я тебя трону, что ли? Я шерсть пригладить тебе хочу. Когда собака ест, лучше не гладить, может укусить. Она думает, что у нее отнимают. Ну и все, однако, ушел я. Это ребята перед тем, как пойти на работу, вот так раскидали снег, кучу. Вот, это все раскиданный снег. А вчера вечером пришли, раскидали, там он сколько. А в коммунальных-то квартирах живут, ничего этого нет, движения нет. Поэтому, как говорится, пузо наращивает, человек живет. А отсюда болезни сразу, вены на ногах, зрение там на выкате, глаза от жира выкатились. Все. Вот так. Володя, надо белую кошку.